Святая служба информации телерадиокомпании «Гомель». У студии працует Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуску. Масштабное обновление. У Житковичах протягиваются буйные ремонтные работы. Дитя миру. Гоноровое посвечение сёлета отрымают 56 маленьких жыхароў региона. Юбилей храма. Урашистости с нагоды 145-годия с дня первого освящения Свято-Успенского собора прошли у Решицы. 1000 метров над землей. Открытый чемпионат Беларуси по планерным спорте проходит у Рогачевском районе. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Развитие вытворчей кооперации повинно стать ключевой темой супрацовництва Беларуси и Чеченской Республики Российской Федерации. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с керовником Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Керовник державы означил возможности поширения кооперации с уликом запуску у Чеченской Республики автомобильной вытворчести. Александр Лукашенко пропоновал развивать взаимодействие у машинобудовании в этой сфере Беларуси. Была ведущая республика еще в часы Советского Союза. Перспективными галинами являются так само нафтохимичная промысловость, сельская господарка и туризм. До інших тем выпуску на Гомельщине протягивается выполнение доручения старшини облвыконкама Владимира Дворника об штогодовым комплексным добраупорядкованием двух городов. Все лет отповедные работы проводятся у Вецы и Житковичах. На Полесе побывал Олег Сентюров. Улица Социалистичная, менавіта отсюль у Житковичах распочалися масштабные работы по добраупорядкованию. Ремонт дороги створил певные проблемы для руху транспорта, але уже праз некалькі тыдняў улица станет отповедать своему призначению, быть сапраўды головной магистральной артерией. Хоть только Социалистичной работы не обмежавалися, сегодня у Житковичах будовники и дорожники працуют усюды, неде кладуть тротуарную плитку, неде приводить у парадок жилые домы. Благоустройство дворовых территорий, ремонт фасадов жилых домов, это текущий ремонт порядка 67 домов. Капитальный ремонт охватывает порядка 11 домов. Для поравнання, звичайно, кількість домов, де проводиться капітальний ремонт, у городі прикладно у 4 рази менше. Хоч у порядок приводять не тільки жилье. Другая житковська середня школа була узведена у 1959 році. Зараз це саме старий цагельний будинок серед навчальних установ району. Його закрили по причині аварійного стану, але вирішили заховати. На місце навіть будуть вернути зроблені майже 60 років тому ляпні упригожування. Капітальний ремонт повинен завершитися до кінця року. І ми чекаємо к началу нового календарного року, це январь. Наверное, да, ввод эксплуатацию корпуса номер один, где расположен 10 кабинетов, здесь гардеробная, здесь находится актовый зал, столовая, поэтому он очень нужен для нас. Установом адукации у программе добропорядкования увогуле особливое место. Ремонт проводится во всех трех школах города. Причем у первой, апрача фасадных работ, пляцовку для занятков физкультурой заменили на спортивный городок с кутком юных инспекторов дорожного руху. В спортивный городок будет входить баскетбольная, волейбольная площадка, футбольное поле с беговыми дорожками и площадки с тренажерами. Серед объектов социальной сферы масштабные работы проводятся так само на Житковском стадионе. По сутности, это будет совсем інший спортивный объект. Демонтировано все от старых дровляных лавок до футбольного газона, основой якого был якостный чернозем. Теперь эту землю выкористуют для добраупорядкования города, у тим ліку центрального парку. Тут так само необходимо шмат чего зробить. Фонтан у Житковичах мог бы стать визитной карткой города. По померах он, напевно, самый великий у Гомельской области. Але у гэтым его минус. Реконструкция потребует вельми значных срок. Хоть не все работы проводятся выключно за бюджетные сроки, реконструкции некоторых объектов занимаются ведомственные организации. На Житковском автовокзале, например, не только утеплили стены и подвели инженерные коммуникации, але и предугледели безбарьерное осяроддзе для людей с обмежованными махчимостями. Еще одна категория, пожадания якой так само увеличили аматоры лазни, жадающих попариться шмат, але по причине аварийности Житковская лазня не працавала уже амаль 2 года. Правда, подчас капитального ремонта будинок, узведенный еще у 1950 шостом частково стратить свои архитектурные особливости, зато и станет больше функциональным и рентабельным. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Житкович. 21 вересня, в Международный день мира у Гомельской области на свет з'явилися 56 детей. З их у Гомеля 35. Новоспеченных гомельчан и их мати сегодня повиншовали активисты областного отделения Белорусского фонда миру.
Кожное дитя отримало статус «Дитя миру» и отповедное посвящение. У додаток счастливой мати уручили кветки и подарунки. Сегодня актив фонду миру наведал 3 родильные отделения Гомеля. Позднее веншование огучат и в райцентрах. Этой доброй традиции уже 11 годов. За час проведения акции статус «Дитя миру» отримал 661 маленький жихар в области. Ровно 2 года тому у кабельных сетках краины стало на 1 кнопку больше. 25 вересня 2015 года у эфир вышел телеканал «Беларусь-4 Гомель». С тех часов команда телерадиокомпании отпрацевала больше як 12 тысяч годин эфиру, из яких не одна сотня у прямым интерактиве с глядачом. 4 дни на тыдень обмерковать цікавые и важные для всех темы у студию программы «Добрый вечер, Гомель» приходят эксперты и гости. Усяго ж эфир выходит больше як 20 уласных проектов. Многие из них были признаны на республиканском и международном узровне. На нашем рахунку призовые места у национальном телевизионном конкурсе «Телевершиня» у номинациях «Лепшей ведущей тематичной программы» и «Лепшая тематичная программа регионального телебачения». А что дённые новины на «Беларусь-4 Гомель» удостоены диплома у номинации «Лепшая информационная программа регионального телебачения». Работа специального корреспондента Олега Сентюрова на днях Гомельской области в Москве принесла у скарбонку узнагород диплом фестивалю региональных телеканалов Беларуси и России в образ часу. Але высшая узнагорода для журналистов – довер и повага глядачов. Урочистости с нагоды 145-годия с дня первого освящения Свято-Успенского собора отбылись на минулых выходных у Решицы. У собора, який является одной из самых старых городских побудов, отбылась боская литургия. Подробности у нашего корреспондента Алексея Нямкевича. Зараз тяжко уявить, что ранее за место храма тут был дом культуры, а у концы 90-х сярод толстого пласта смети у стенах под открытым небом росли древы. Сегодня ж пирозвон сустракая дорогих гостей. На 145-годзе со дня первого освящения у Свято-Успенский собор приехал митрополит Минский, Заславский Павел, патриарши Зарх Усия Беларуси. Такое обилие людей, оно свидетельствует о вере, которая живет в наших людях. Вера была всегда основой духовно-нравственных ценностей нашего народа. Каждое вот такое действие, которое направлено на славу, во славу Божию, во славу нашего Отечества и во славу Церкви, приносит радость людям. У стенах храма митрополит провел боскую литургию, а так само освятил роспись собора. Его тематику без перебольшивания можно назвать уникальной. Тут максимально присутничают белорусские святые. У купольной частцы на вышине 27 метров намалеваны архангелы. В образы и сюжет оправданы у оригинальный орнамент. У завершении службы митрополит погутарыў с прыхаджанами и отправился на будаўнічую пляцовку, где уже закладены подмурок под новый храм. Сегодня мы закладываем еще один храм, третий храм в городе Речица в честь святителя Луки, воина Ясеницкого. Он находится в районе городской больницы, и этот храм послужит для многих и многих людей тем местом, куда человек будет приходить, молиться и просить Бога, чтобы Господь даровал всем нам доброе здравие и душевное спокойствие. Алексей Немкевич, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Докрануться до неба. Открытый чемпионат Беларуси по планерным спорте проходит в эти дни у Гомельской области. Арена для споборництв – аэродром Минька у Рогачевского аэроклуба ДТСААФ. Планеры – это безмоторные летальные аппараты. У поветра яны подтримливаются за кошт аэродинамичной подъемной силы. Узлетают планеры при допомозе самолетов-буксировщиков, до яких шапляются тросом. Хуткость такого летального аппарата досягает 100 км за годину. А перадолить яны могут не одну тысячу километров. Чемпионат примерковали до 90-годзе ДТСА в Беларуси. Удел у споборництвах примают каля 15 спортсменов с Беларуси и России. Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. Далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Максим Савин.